Об этих бойких женщинах не знает разве что ленивый. Да и не только в нашем регионе. Съемочной группе Первого областного удалось встретиться, пусть и в усеченном составе, с вокалистками Лавровского хора. Исполнение, конечно, пробирает до самых костей. А вы представьте, что творится в зале, в ДК, когда в полном составе вот эти юные дамы исполняют свой репертуар. История этого коллектива началась более 30 лет назад. И, как это обычно и бывает, случайно. Никто из этих женщин, кто-то из них бухгалтер, кто-то учитель, есть, конечно, и музыканты, и подумать не мог, что спустя несколько десятилетий их имена будут звучать на европейском пространстве. Был учхоз Лавровский. Иван Петрович Правдюк был директором этого учхоза. И вот на День сельского хозяйства он говорит: будем устраивать конкурс самодеятельности. А здесь очень был большой учхоз. Здесь был цех животноводства, цех растениеводства. Все цеха, которые были в этом учхозе, он сказал, каждый цех готовит по два номера. Вот так, с миру по нитке, по человеку, с коллектива и началась история Лавровского хора. Шли годы, преодолевались трагические события. Приходилось даже ставить на паузу деятельность. Менялись, конечно, и люди в коллективе. И вдруг нечаянно сижу у компьютера, там объявление, что... Уважаемые друзья, мы приглашаем, мы возобновляем свою работу. И мне прям загорелось. Я пошла, и ни капельки не жалею, такие эмоции положительные получаю. Молодежь старшего возраста фору даст многим. В последние годы решили всем доказать, что они солдаты универсальные. И к народной музыке решено было добавить композиции современных исполнителей. Как оказалось, не зря. Бывает разное настроение, бывает разные... мнение на репетиции, но когда проходит концерт, и вот эти аплодисменты, и добрые слова в адрес артистов, в адрес клуба, это создает настроение и дает силы работать дальше. Лауреат всероссийских, международных и межрегиональных конкурсов и фестивалей. Хор, имеющий звание народного. Регалиям перечислять можно до бесконечности. Но одним словом описать его все же можно. Душевный. Это тот коллектив, у которого этих ощущений не занимать. Иду порою лунною, а на душе светло. Лаврова наше юное. Анастасия Гришина, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».